La lettre qui m'a le plus ému, c'était un petit garçon qui avait 7 ans et qui était à Vladivostok. Вы знаете, я получаю действительно много фильмов из, много писем из России. И вот особенно одно письмо, которое меня очень взволновало, это было письмо от 7-летнего мальчика, проживающего в Владивостоке. C'est tellement mystérieux de savoir qu'un petit garçon de 6 ans qui est à 10 000 km de là, peut-être plus 12, je sais pas, regarde vos films et vous envoie une lettre, c'est quelque chose de. D'étrange et de mouvant à la fois. Это, в общем, очень трогательно, немножко даже странно, что вот человек, которому 6-7 лет, он находится в 10 тысячах километрах от Франции, от страны, где я живу, он смотрит мои фильмы и реагирует на них и пишет мне письма. Это, то есть я повторяю, это трогательно и в то же время даже как-то странно. Les lettres que je lis, nous les avons écrites, elles sont imaginées, imaginaires. Je ne me permettrais pas de lire des lettres qu'on m'envoie à moi devant tout le monde. Par contre, les réponses, elles sont totalement vraies. C'est toutes les aventures que j'ai pu vivre avec tel ou tel acteur ou personnage extraordinaire et qui font que c'est des aventures toujours très très drôles que j'ai vécues avec plein de gens comme ça. Ну, что я хочу сказать еще по завтрашнему спектаклю, все те письма, вот, на которых основан спектакль, это вымышленные письма. Потому что я не могу зачитывать сцены на широкую публику, те письма, которые мне пишут. Но ответы, которые я даю на эти письма, ответы абсолютно реальны. И в своих ответах я как бы рассказываю о своей жизни, о своих отношениях с очень разными людьми, в основном с знаменитыми людьми, с теми, которыми я прожил очень много интересных эпизодов жизни, те приключения, которые были в моей жизни, вот все это будет отражено в моих ответах. Я напомню, что завтра спектакль Пьера Ришарда «Востребование» состоится в 7 часов вечера. Запишите, пожалуйста, в какое время начало. Ну, а demain, ну что, до завтра?